Всем привет! У микрофона Веля и добро пожаловать на новый формат прокачек. Я беру трех подписчиков, собственно, и прокачиваю инвентарь на 500, на 1000 и на 3000 голды. Собственно, если вам это все дело понравится, я буду суммы увеличивать. И напомню еще раз то, что это как бы просто формат прокачек. Старые прокачки никуда не денутся. По Дискорду, там типа кейс Веля и так далее. Это просто как бы, ну, интересный формат, который вы должны оценить. Поэтому лайк, подписка на канал, колокольчик, плюс комментарий от однозначно, ребятушки, понравится, буду делать дальше, понимаешь? Вот, и еще отвечаю на вопрос, Веля, как попасть в такую прокачку? Велясик, как, что делать нужно? Во-первых, нужно быть подписан на канал с колокольчиком, это 100%, там лайки, короче, активно сделать на канале, а во-вторых, в описании ссылочка на телеграм-канал, оттуда я и набираю на прокачку, поэтому подписываемся на тележеньку, делаем красиво, ну а мы начинаем! Итак, первый подписчик, которого я прокачаю на 500 голды, это у нас мистер Bubblegum. Итак, давайте заходим и задоним ему сейчас 500 голды. Давай сюда покупаем. Let's go, let's get. Я еще не показывал, что у него за инвентарь, собственно. Сейчас мы это все дело увидим. Для меня это тоже будет впервой. Итак, давай, платежечка есть. Прекрасненько, ожидание. Так, ну что, давай мы сейчас зайдем. Значит, зайдем у нас, получается. Давай мы сначала посмотрим, типа, что у него по статистике. В соревновательном сезоне, получается, в третьем соревновательном сезоне у него Silver 2. Ну, в принципе, в матчмейкинг хотя бы играет. Какой у него сейчас 46 левел, нифига себе. Так, общая статистика, 397 часов в игре. В принципе, как бы есть даже КД, любимое оружие АВМ, мы это будем иметь в виду, когда будем прокачивать инвентарь. Хорошо, история матчей. Ну что там у нас? Ну, есть поражение, есть победы, есть поражение, есть победы, собственно. Ну ладненько, братанчик, что смотрим? Все, голдишечка есть, найс. Голдишечка есть, 500 голды у него есть. Хорошо, что у него по инвентарю? Итак, мы видим, 2 левел кейса. Парень решил уже закупиться. Парень уже решил закупиться удаленным кейсом, который скоро удалят. Вот, он, также у него есть Rival Box. У него есть MP7 Offroad, я вижу, даже вот с леденцом. Давай посмотрим. Да-да-да, красивый-красивый. Также у него есть Tech9 Forest, Royal Frost. Ну и вот это вот, как бы, получается, анкомонки, типа, это ветеран 2021 года. То есть, нифига себе, парнишечка играет, кайфует. Хорошо. Итак, прокачать инвентарь на 500 голды. Давай, что у него нету, сразу я говорю, у него нету много чего, поэтому давай мы сразу зайдем на рынок и посмотрим вообще, что бы такого, не, вообще, знаешь что, мы сейчас зайдем и посмотрим, типа, общая статистика, он играет у нас с АВМ, АКР, М16, М4, АКР-12, М4-1, хорошо, от этого, ребята, мы будем отталкиваться, ты уже лайкосик влепил, братик, все, ролик-то уже пошел, let's go, let's get it, давай лакозявра влепи, хорошо, так, давай мы начнем с АВМ, какой-нибудь красивый, классный АВМ мы купим, так, сюда АВМ, вот, все, вижу. Так, АВМ, давай по цене, самые дорогие, это понятно, АВМ, что можно вот прям чисто такого классненького навернуть на АВМ? Ну вот, допустим, Polar Night Statrek, тоже вот как бы неплохой такой красивый киберспортивный, да? Также можно что-нибудь интересное, вот такой как Dragon, Dragon тоже очень красивый, очень хороший скинчик, поэтому можно как бы и Dragon, типа легендарочку, прикинь, да, давай за 35 голды легендарочку бахнем, прекрасно, теперь у молодого есть его первый, получается, АВМ на аккаунте, хорошо. Хорошо, прекрасно, есть, шикардосик. Так, давай мы, знаешь, куда дальше пойдем. Мы еще посмотрим, что можно такого интересного купить, что вот что, с чем он играет. АКР М16. Так, АКР, давай по АКРчикам что-нибудь посмотрим интересненько. АКР, вижу. Так, ну и АКР, здесь, в принципе, можно не мелочиться. В принципе, можно не мелочиться. Конечно, есть вот такой вот красивый некромансер, да, в принципе, даже и с наклейкой можно купить за 56 голды. Но, также у нас есть Карбон, Статрек, и, возможно, я что-нибудь словлю. Что-нибудь словлю, например, с наклеечками. Допустим, допустим, вот с такими вот наклеечками. Как он будет выглядеть? В принципе, неплохо, парни. В принципе, неплохо. Можно, можно немножко переплатить, немножко переплатить. Давай сейчас еще поищем какие-нибудь офигенные наклеечки. Ну вот, допустим. Ну и... Нет, подожди, там, ну это не... Во, парни, вообще фул наклейки. Так, слушай, вот я хочу за 114 голды купить. Прекрасно. Есть теперь АКР. Есть теперь с наклеечками. Балдево, балдево. Идем дальше. Дальше у нас получается что? Дальше у нас получается М16. Прекрасно. Ну, М16 там, в принципе, изи-пизи, лемон-сквизи, как вы понимаете, М16 сюда. По М16, конечно, можно как бы, ну, что-нибудь такого бахнуть. Например, Iron Will можно бахнуть, да, но 370 голды, как бы, в принципе, у нас 352 голды осталось, да. Можно Фуирс, но, опять же говорю, за эту голду можно еще очень и очень много чего купить. Поэтому, ладно, можно, в принципе, скипнуть
М16 перейти к М4. Вот там, конечно, парни, сейчас будет просто. Сейчас будут просто кайфы, парни. М4 сюда, давай посмотрим, что можно М4. Самурай! Я куплю ему первую аркану на аккаунт. Первую аркану на аккаунт за 140 голды. Прекрасно. У нас есть уже вот это, вот типа вот такого, знаешь, 3 скинчика, аркана, драгон, карбон. И еще у меня есть 212, получается, 212 голды. Давай, тогда все. И теперь мы идем, как бы, и делаем ему вообще фулл закуп. Например, Юспецкий. Вот у него есть Юспецкий. Юспецкого не вижу. Все, мы, получается, покупаем ему Юспецкий. Так, Юспик, вот он сюда. Так, по Юспику. По Юспику давай мы купим ему писец. Сразу бабахнем. Красивый. Отлично, есть. Дальше. Давай посмотрим, что у нас дальше есть. Тэк-9 у него есть. 5-7 нету. Давай 5-7 тоже купим. В принципе, Веном можно запулять, но 72 голды за одну аркану, тем более за Веном, как бы, ну нафиг, как говорится. Вот можно Royal Frost купить, потому что у него есть Tech-9 Royal Frost, да? Прекрасно. Тоже есть. Хорошо, давай дальше. Что можно еще прекрасненького такого? Дигл? Как без дигла-то играть, ёкарный бабай? Без дигла, как бы, ну без дигла не летит. Без дигла не летит, поэтому я не знаю, давай какой-нибудь Dragon Glass дигл, да и купим за 4 голды, а чё бы и нет, как говорится, да? Так, дальше. Дробовики нафиг нам не нужны. Что у нас еще можно интересненького такого прикупить? Ну давай Юмпецкий мы бахнем. Ну, Юмпецкий по красоте бахнем. Например, какой-нибудь... давай какой-нибудь Цербируса мы бахнем. В смысле, кто купил предмет? Ну-ка быстро Церберус для моего молодого подписчика, Хорошо, есть. Так, P90 нет. М4А1. Можно тут, в принципе, урвать, допустим, Китсуна статрек. Но давай мы что-нибудь найдем. Подожди. Я хочу что-нибудь найти интересненькое, знаешь, какое? С наклеечками. Давай с наклеечками поищем сейчас. В принципе, ну давай, опа, идет с наклеечкой. Это как бы хорошо, а без наклеечки это плохо, да? Хорошо, давай дальше. Так, М4А1 есть. Есть АВМ. Чтобы такого еще запульнуть, парни, обязательно еще в комментарии напишите, как бы, может быть, вы чего-нибудь бы еще такого интересного прикупили. Так, давай посмотрим. У нас АКР-12 может быть интересненький какой-нибудь. Да, АКР-12 карбончик, например, чем-нибудь такое, да? Либо, подожди, флоу статрековский. Да еще и давай как бы с наклеечкой бахнем за 62 голды. Прекрасно. 70 голды остается. 70 голды остается. Прекрасно. И давай что-нибудь такое чисто вот такое человое купим. Человое, парни. Человое. Например, можно что-нибудь купить из, не знаю, из МП-7. Может быть, у него есть МП-7? Давай посмотрим. МП-7? А, есть МП-7. Все, есть МП-7. Хорошо. Давай тогда мы купим, что мы давай. Давай дробовик. Мы купим СМ-10-14. Как бы не будем шибко париться. Давай возьмем некромантер, чтобы еще была одна легендарочка. Прекрасно. Есть. И 28 голды. В принципе, пусть ему, пусть у него останется. Итого, что мы видим? Самурай, некромантер, драгон, церберус, дезертыгл. Есть. Писец, флоу, карбон, китсуне, Royal Frost, 5-7 есть. Также у него, как бы, MP7 Offroad, Royal Frost, Cool, Inferno. Все, пацаны, собрали, как бы, неплохой такой, знаешь, инвентарь за 500 голды. Да, я не беру 500 голды и чисто вот на 500 голды собираю скины. Нет, я дополняю, я прокачиваю. То есть это не собираю инвентарь, а прокачиваю инвентарь. Итого, вот такая вот красотенечка у нас получилась, бро. Ну а мы идем дальше прокачивать подписчика на 1000 голды. Следующий подписчик — Трап Фоли. Итак, смотрим, ё-моё, что ж у тебя такого интересненького есть? Ты у нас, получается, бронза 1 и бронза 3, собственно, в союзниках, да, и, а, нет, сильвер 1 в союзниках, а ты где, подожди, бронза 4, а, я уже запутался, ладно, ну окей, общая статистика, смотрим, 387 часов, да, с пуликом играет, красавчик. Красавчик, пулик имба, реально. Так, история матчей, смотрим, что у нас такого интересненького. Если у нас, конечно, прогрузится история матчей. Не, прогрузилась, все. Не, слушай, даже победы, дядь, так ты только вверх идешь, блин. Я себе, молодец. Так, хорошо, давай так, сразу смотрим, что у тебя по инвентарю. Сразу смотрим то, что у тебя есть. Скейл, рор, нифига себе у тебя. А где вообще легендарки? Где арканы? Нету ничего. Ё-моё, клан какой-нибудь. Здесь даже клана нету, а друзей? Ну, друзья есть, окей, хорошо. Так, смотрим, ну у тебя 0 голды, братик, надо это исправлять. А я вам напомню то, что нужно подписаться на канал с колокольчика, плюс написать комментарий, плюс еще лайк влепить. Прокачки
в Телеграме. Я беру из Телеграма прокачку, ну, типа, людей на прокачку, собственно, ссылочка в описании. Все, let's go, значит, что мы идем? Правильно, мы идем на Сайтецкий, собственно, вот у нас молодой, все, давай, косарик, let's go, let's hear it. Правильно, правильно, сюда отправляем. Так, и давай, оплачиваем. Уведомление сейчас, наверное, мне придет. Уведомление придет или нет? Или да-да-да, уведомление, конечно. Так, ждем уведомления. Ну-ка, давай. Отлично. Все, подтверждаю оплату. Итак, косарик голды летит к тебе на аккаунт. Так, отлично. Все, смотрим. Сейчас, короче, вы просто посмотрите, как число голды будет изменяться. Все, вот мы сейчас ждем. Мы сейчас просто ждем. Просто ждем, понимаешь? Ждем, смотрим такие. В магазин зайдем. Вау, наверное, на рынок зайдем. Вау. Так, ну и что у нас? А ну давай. Где голда? Ё-моё. Во, хо-хо. Вы видели? Просто молниеносно, балдевый, юмор. Итак, 1000 голды. Что я могу посмотреть, типа, что я могу, какие я могу сделать выводы, исходя из его аккаунта? В общем, в принципе, да неплохой аккаунт, да, как бы, собственно, да, как бы, скинчики, все дела. Но мы же прокачиваем, мы же делаем жесткие аккаунты, жестко прокачиваем. Косарик есть. Хотелось бы, конечно, начать, может быть, с ножа. Что вы думаете? Наверное, многие говорят, типа, велясик, ну, нож. Что я сейчас по ножу? Вижу то, что у нас в принципе я могу купить нож Вейл. Я могу его купить, но как бы я, ну, сами знаете, сколько я потрачу голды на это. Ну, типа, у нас есть косарик, и буквально из 100% я где-то, ну, 84% потрачу только на нож. Поэтому подождите, нужно красиво сделать. Во-первых, что у него вообще по общей статистике, мы видим то, что он играет с пулика. Ну, собственно, давай мы сначала бахнем ему пулик. Давай. Итак, М60 здесь, давай арканочку, не-не-не, или может быть мы гранж по красоте и еще и с наклеечками сейчас, может быть, найду. Во-во-во-во, парни, вот это вот, собственно, давай покупаем, 194 голды натратим, но ничего страшного, итого у молодого есть пулик. Так, ну, в принципе, у него стандартный набор скинов, поэтому мы сейчас, в принципе, пойдем по арканам. Давай, собственно, прям по арканам жестко пойдем. Итак, давай посмотрим, что можно купить интересненького, давай по цене вот так вот. В общем, что можно купить? Давай веном бахнем. Давай веном по красоте за 72. Блин, я мог за 69 купить, но бог с ним, как говорится, да? Давай бистик ему замутим по красоте четенько. Давай мы ему самурайчик накинем. А самурайчик даже с наклейками за 150. Эй! Ну ладно, давай за 152. Хорошо. Блин, просто из-под носа увели скин. Ё-моё. Давай мы что еще интересненькое замутим. Так, что у нас сейчас по... Жестко, хорошо. Так, подожди, а у него есть скинчик на... Я плюнул на руку и на микрофон. Ёпарасота. Так, элевейшн у него АВМ. Давай нормально сейчас АВМ забабахаем, блин, чисто для пацанов. Чисто пацанский АВМ. Сюда! Что можно классненькое бахнуть? Давай мы бахнем что-нибудь интересненького, например. Хочу ему арканочку АВМ бахнуть. Ну вот АВМ-бум, парни! Парни, ну вот АВМ-бум, чтобы... Мамма мия! Или нет? Или мы немножечко... Не, дай подумаю. Блин, вот, ну ладно, если я хочу, я это делаю, парни. Давай, 220, полетело, все. Итого, на что по арканам сейчас? Бам-бам-бам-бам-бам, 4 аркана есть. Нифига себе, это при том, что аккаунт без аркан был. Аккаунт был без аркан, теперь у него есть арканы. Хорошо, давай дальше на рынок. У нас, в принципе, есть 284 голды. Давай что-нибудь, и типа, интересненькое бахнем. Так, акусик, по акусику у нас АКР-нано. Фигня какая-то. Мы делаем жестче. Давай, мы делаем жестче. Например, давай некромансер бахнем. Ля, какой некромансер сюда. Бэм! Красиво замутили. Дальше, что у него? Блин, у него... Так, как у него? АКР-12 Аврора, дядя. Ну, надо с АКРом что-то замутить. С АКРом. Давай, АКР-12 здесь. Давай, АКР-12 интересненькое что-нибудь бы бахнуть. Да, например, какой-нибудь... Давай флоу за 62 плюс еще с наклеечкой. Давай бахнем. Что у нас? Да. Давай, мы бахнем по красоте, в принципе. Бау! Есть, отлично. Так, смотрим, что можно еще интересненького залупить такого красивого. Так, а что у него? А что у него по юспу? Юсп не вижу, только Glock Starfall вижу. Так, парни, ну если юспик нет, надо юспик купить, понимаете? Все, бахаем юспик. Так, смотри, у меня 160 получается. Блин, я, в принципе, могу хамелеон купить и на этом закончить. Прекрасно, сюда, бам! Хамелеончик подъехал, да еще и статрековский, парни! Вот это я понимаю! Вот это я понимаю!
просто апгрейднули аккаунт. Просто апгрейднули, парни, аккаунт. Бля, смотри, АВМ, бум, самурай, бист. Мама мия, боже, красивый инвентарь. Да, есть как бы еще скинчики. Вот, есть скинчики, писец у него получается, юспецкий, бой. Пофиг, сколько, вот сколько он стоит? 3 голды он стоит, дядя, какой успех. Хамелеончик, да и просто пушечка. И вот теперь просто можно бегать и кайфовать, парни. Ну, если что, как бы в комментариях напишите, чтобы вы интересненького бы еще добавили, да. Слушай, Касик голды, прям тетенька, прям вообще прекрасно. Просто, ну, апгрейдит инвентарь. Молодому Трап Фоули я могу только пожелать удачи. Парень, лежул из гирит, нападай просто всех вот так вот и вот так вот в матчмейкинге, да. Все, вот такой инвент, а мы идем, что? Правильно, дальше. Вы сейчас, наверное, спросите, Вилясик, ну что это за пустой аккаунт? Я вам расскажу, короче, предыстория. Этого парнишку недавно заскамили, блин, и все как бы у него увели, да? Он создал новый аккаунт и попал на прокачку! И не на, ну, типа, не на обычную прокачку, а на прокачку на 3000 голды. Фартит так фартит! Итак, ну тут, в принципе, статистики, это все, ну, 2 часа в игре получается. Совершенно новый, свежий аккаунт, только вот юсплайн, потому что, собственно, это, первый бокс открыл, так, ничего, абсолютно, абсолютно пустой, абсолютно ничего здесь нету, поэтому давайте сразу залетим, как говорится, на сайтецкий, залетим, и давай, вот он, молодой, бам, и давай на 3000 голды сюда, покупаю, подтверждаю, так, 2000 рублей улетают, бро, сюда просто, let's go, let's get it, так, заходим снова на его аккаунт, все здесь прекрасно, в общем, вот такие вот дела, абсолютно новые. Новый, абсолютно свежий аккаунт. Ляпа, ну, чилу просто дико подфартило. Ну, и что, давайте, 3000 голды, это у нас нож, там, это все, это вот по красоте. Так, ну что, когда голдишка? Голдишка пришла только что, ёкарный бабай, как это быстро происходит, просто в шоке. Итак, опять же говорю, я не собираю инвентарь, я прокачиваю. То есть, допустим, вот смотри, 3000 голды, да, мы летим, давай ножички возьмем, интересно, посмотрим, какие интересные тут ножички сюда. Давай по цене сразу, давай по цене, как бы, из самых дешевых. Сразу говорю, всякие Скорпион, Флипнайвы мы пропускаем. Пропускаем. Это нам, как бы, не нужно. Давай мы, вот, мы посмотрим какой-нибудь интересный ножик. Вот, допустим, я не знаю, но вот G-команды. Ну, красивый, ля, ну, балдевый. Да, еще сейчас посмотрим, подожди, посмотрим еще какой-нибудь красивый лакшери. Якудза! Сюда, бой! Отлично, Якудза есть. Якудза есть. Дальше давай также по Арканычам пройдемся. По Арканычам возьмем ему по красоте. Так, подожди, там есть даже наклейка. По красоте возьмем ему 5-7 Веном. По красоте бисточек ему возьмем. Вообще. Давай, самурай, накатим с наклеечками. Прекрасно. Эмочку тоже накатим. Тоже там наклеечка есть. Отлично. Давай, Форы Спирит ему еще накатим. Ля, балдеж. Так, Фамас Фури. Давай тоже накатим. Прекрасно. И 800 голды у нас еще есть. То есть, получается, инвентарь уже выиграл. Выглядит вот так. Мое почтение, это, ну, это красота, парни, ну, посмотрите, ну, разве это не красота? Это красота еще, вообще, ну, это неописуемая красота. Заходим на рынок, давай, первое, что нам нужно, это у нас, давай, что нам надо, АКР, нам надо АКР, парни. Итак, АКР сюда. Давай, давай, АКРчик, что-нибудь интересненькое. Так, некромансер заказки не хочу, просто давай некромансер. Может быть, даже с какими-то наклеечками интересными. Давай пролистаем, посмотрим, что он, а что он? А, во, все, пошли наклейки. Я уже думал, а где наклейки? Ля, ты что? Так, смотри, вот, я вижу. Это что у нас? Интересненько? Да, интересненько. Давай, берем, покупаем за 69,99. Прекрасно, давай дальше. Что еще не хватает? Наверное, не хватает юспецкий. По-любому юспецкий класса нужно купить. Например, писец стартрек однозначно. Что еще нужно? Что еще нужно? Юспик есть, юспик есть. Так, абсолютно же пустой аккаунт, да. Юспецкий лайн, да нафиг он нужен, когда есть, собственно, PCS атрековский. Так, нету, нету глочка. Так, глочок берем, значит, глок. Нам нужен глок красивый, классный. Например, Frostwire, может быть, даже с наклейкой какой, не знаю. Entry kill красиво получается, подтверждаем. Отлично. Есть, дальше нам нужен Desert Eagle по-любому. Кстати, ну, 5-7 я уже купил, Веном. Desert Eagle, давай посмотрим, что можно интересненького по Desert Eagle у нас сориентировать. Например, давай возьмем, кстати, Desert Eagle Red Dragon Сатековский. Прекрасно, покупаем за 30 голды. Прекрасно. Давай дальше посмотрим. Так, АКР я купил. Что еще я не купил? Фомасик тоже вроде бы купил. Так, М4А1 сюда. Где? А, М4А1 сюда. Может быть, мы возьмем какой-нибудь. Ну, давай, Китсуне обычно. Я только с наклеечками возьму, чтобы было вообще приколбасно.
Давай сейчас долистаем, чтобы был полнейший приколбас. Давай, да. Опа-на, все, пошли наклеечки. И выберем какой-нибудь интересненький, например, вот это сюда. Балдево, все есть. Так, я еще понял то, что не хватает АКР-12 и М-16 не хватает. АКР-12, то, в принципе, можно разгуляться, например, на какой-нибудь карбон 100-трековский. Да и тем более и с наклеечками сейчас что-нибудь... Ой-ой-ой, все, let's go, парни, let's go, сюда. 146 есть, плюс еще давайте... Так, кстати, ну, блин, по М-16, конечно, вопросики у меня большие, очень большие вопросики. Может быть, фуерс с наклеечками было бы классно, было бы кстати, например, да-да-да, за 280, вот это я понимаю красиво. Так, итого у меня остается 82 голды. Так, парнишечка, ну что можно сделать на 82 голды? Что, не знаю, давай М-110 купим, чего бы нет. М-110, давай, М-110, Years of the Tiger, давай, тоже с наклеечками можем выбрать. Если, конечно, наклеечки как бы клеят на М110, хоть, ну, типа, я очень редко вижу М110, как и вообще и наклейки на оружие на М110. Так, ладно, хрен с ним. Давай купим за 19 сюда, давай, бабахнем. Красиво. И у меня еще остается 62 голды, прям вообще прям в нулину сейчас выйдем красиво. Так, давай, М40. Вууу, красиво, М40. Давай, интересненько, что у нас? Квейк статрековский тоже возьмем за 50. Итого, парни, вы просто посмотрите! Чела доскамили! Прокачиваем, бам! И теперь парень снова офигенно бегает так, уля, вот так вот бегает, кайфует, делает мясо, делает жесть, понимаешь? Якудза, Фамасфури, самурай, еще и P90 самурай, без точек, боже мой, это просто великолепно. Я супер доволен вообще вот этой всей темой. Ребятушки, обязательно подписываемся на канал с колокольчиком, ставим лайки, комментарии пишем, чтобы вы там типа изменили и так далее. Это вам рубрика на тест, понравится, буду делать дальше, не понравится, не буду. Где я набираю людей на прокачку? В телеграм-канале. Ссылочка в описании. В своем телеграм-канале. Там даже галочка есть. Поэтому, собственно, это я 100%. Ну и спасибо большое за просмотр. У микрофона было Веля. А вы смотрели сейчас новый формат прокачки. Напомню то, что старые прокачки никуда не денутся. Они также будут выходить. Ну и все. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи. Пока, ребята.